На ежегодном обращении губернатор региона определил одним из главнейших векторов развития Подмосковья сферу медицины. В Одинцовском округе система здравоохранения находится в стадии формирования в единое лечебное учреждение, которое возглавил Андрей Фадеев. Приоритетом этого года является здравоохранение. Поэтому, конечно же, на вчерашнем обращении Андрея Юрьевича были определены приоритеты. Это ФАПы, это проактивный ФАП, это развитие первичного звена, это развитие онкологической помощи. Это и будет являться, конечно, приоритетом нашего здравоохранения на ближайший год. Андрей Васильевич не чужой для округа человек. В течение нескольких лет он возглавлял районную больницу номер 2 и знает территорию. Первое, что я сделал, я уже, начиная со следующей недели, буду встречаться с жителями, с инициативными группами в Звенигороде, в Одинцово, соответственно, по всем территориям, чтобы понимать пул проблем, которые у нас есть сейчас в больнице, чтобы составить, так скажем, тепловую карту, посмотреть, где у нас какие территории, в чем проблема, расходные материалы, медикаменты, врачебный персонал, чтобы я знал, на какие точки мне внимание обращать в первую очередь. Одинцовская областная больница после объединения должна стать многофункциональным лечебным учреждением с большим спектром медицинских услуг. У нас планируется открытие в этом году нашей главной поликлиники. Оно будет называться КДЦ. Это будет современное здание. Вы знаете, что у нас строится, идет реконструкция старой поликлиники, нашей, которая была у нас на территории города Одинцова на маршала Бирюзова. И к нему пристроено еще здание. Тем самым этот проект еще был разработан уже давно, еще при Мисикевиче Ольге Александровне. Он был продуманный проект. Это будет полноценная КДЦ, там будет стационарно замечающая технология. У нас будет большое современное, наконец-таки, стоматологическое отделение, которого не было в Одинцовской больнице очень давно. Поэтому, когда мы его откроем, конечно, это будет, я думаю, что лучшим учреждением Московской области. Главный врач подчеркнул, что готов работать 24/7. Он всегда открыт для диалога с жителями и держит руку на пульсе. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».